Друзья, привет! Всем уральскую пятерочку, Челябинск, Дели. Друзья, сегодня у нас очень интересная вещь, как бы это недорогие комплекты. Вы многие просите в комментариях, я с удовольствием их озвучу. Действительно, сейчас автозвук очень доступен, вот реально просто капец доступен. И у нас один из брендов здесь будет Урал. Основной это, скорее всего, бренд, потому что у него такая линейка огромная из недорогих вариантов, что тут можно и запутаться, но мы с вами подберем нормальный приемлемый комплект. По денежкам посчитаем, сколько это будет стоить. И ежики у нас. Эджики есть, усилок и так далее. То есть почти у всех брендов есть недорогие комплекты. Их все мы рассмотрим постепенно, но сегодня вот мы немножко с Урала начнем. Смотрите, по музыке. Музыка удовольствия, как я и говорю, тут надо получать кайф. То есть, если хочешь дешевле, без проблем, в эти деньги можно, в принципе, собрать в 15 тысяч рублей. Фронтуху можно собрать, ну, в 20 с проводами, как бы это, в принципе, нормально. Это три компонента, два нормальных компонента, усилитель, провода и подиумы. Вот в это все можно сделать. Ну, давайте сейчас начнем тогда с Урала. У них сейчас три практически одинаковых позиции динамиков. Сейчас мы начнем вот с этого. Ножик я не взял, сейчас 5 секунд, ребята. Есть у нас вот такой. Смотрите, булава — это единственная модель, мне кажется, у которых коробка сделана огонь. А может быть, она была раньше не так сделана, не знаю. Не суть. Наклейка и сами 16 динамики. Это как бы, ну, азы, основа всей громкой музыки. Это среднечастотные динамики. Цена 1590. 1590 за пару. Ну, это, я думаю, что очень-очень недорого. Что здесь есть? Вот такой динамик, играет красиво, ярко, он глуховат, но с пищалкой он играет хорошо. Такой пластиковый колпачок. В принципе, здесь рассказывать особо нечего. Подводящий, номинал 90, от 110 до 8000 играет. То есть это среднечастотный динамик, можно собрать двухполоску. То есть мы рассмотрим этот вариант. Собираем динамик, собираем рупор, делаем подиум, четырехканальный усилок и провода. Булава. У этого модельного ряда, я их буду убирать, у булавы, есть, получается, старший вариант, тоже усилок уберу пока. Это булава, не на коробке, смотрю так, это Нео. Вот, булава BV20. Они стоят 2290, то есть те 1590, эти 2290, 16 и 20 динамик. Такой же, как тот, только он от 90 до 6000 играет, то есть он немного ниже. И то есть усилителем, даже усилителем можно грамотно настроить, этот динамик сделать пониже, а тот динамик порезать повыше, и будет очень красивая сцена. То есть этот вариант тоже может быть. Наклейка в комплекте. Это вот у нас 20-й динамик. Я сейчас как сделаю вообще этот обзор недорогого фронта? Я сейчас все динамики покажу, какие могут составлять этот недорогой фронт. А потом мы с вами будем уже комбинировать в блокноте связки. Это будет, я думаю, интересно. Наклейку убрали, наклейки есть, круто, даже в недорогом сегменте есть наклейки. Дальше рупора, мы такую модель продаем, они еще булава 28, но нам вот больше нравится BV20. И тоже ценник 1590, стоят они так же, как 16 динамики. Модель красиво выглядит, есть конденсатор, его мы подключаем на плюс, даже через магнитолу. От 1800 до 2000, ну, видимо, тут неправильно немного на самой пищалке написано. До 20 тысяч тут не влезло место, и на наклейке написано до 2000. То есть, ну, ничего страшного, как бы на таких пищалках недорогих это может быть. Имейте в виду, что играют они высоко, это высокочастотники. Все, пищалочки есть. И дальше, что еще бы рассмотрел? В этом диапазоне также у нас есть динамики Молот. Вышла моделька Урал Молот, называется. Они стоят 1600 рублей, но это уже больше такая широкополосный динамик, который будет играть и низко, и высоко. Можно его один использовать с рупором. Здесь он записан в комплекте. Есть также молот блины, молот двадцатчики. А здесь у нас, а вот, кстати, они, что-то я рассказываю и не показываю. Смотрите, вот про коробку я говорил. Почему-то Урал, вот, видимо, инженеры, хопа, коробку вот так надо открывать. Ну, прикольно. Наклейка, новинка, друзья, новинка. Вот этот диффузор позволяет динамику иметь ход. То есть динамик играет от 75, от 80 Гц низко. Ну, он такой здесь сделан из такой тряпичный диффузор. Не знаю, как поведет зимой, друзья, но в стенде играют классно. Продаем их сейчас. Динамик играет интереснее, громче, чем булава. Но он имеет свою особенность. Он такой низкоиграющий динамик, низкоиграющая серединка. Вот, написано «мощный панч от Урала». Блин, вот у них у всех коробках, ну, такого динамика, прям супер мощного панча не будет, но будет. И кольцо Фарадея для улучшения звучания. Недавно разбирали динамики, короче, есть кольцо Фарадея, такая штука, которая есть внутри, в зазоре и так далее. Вот если она здесь есть за эти деньги, это кольцо, это, блин, очень круто. То есть, кольцо Фарадея, то есть надо обязательно эту надпись написать, и вы такие будете иметь молот и говорить: блин, у меня же динамики с кольцом Фарадея. И все, и тогда вот звучание просто великолепно обеспечено. Сеток ничего в комплекте нет, но они, в принципе, не нужны. Такая же модель есть 20-я.
и блины. И блины, то есть кто-то из вас хочет сделать, например, 16 динамик и блины в полку, пожалуйста, тоже можно сделать. И Урал еще пошел дальше, и они выпустили модельку Neo, то есть булаву Neo 20 и 16 динамик. Это для тех, кто хочет получить еще большее качество звучания, высокую чувствительность, яркость и так далее. Здесь я вам покажу 20 динамик, тоже в коробке вот так, наклейка Урал. Вот так выглядит 20 и 16 такой же. То есть они по ценнику маленько дороже. То есть 2990 и 3290. То есть цена уже подороже, но это стоит тех денег, которые за них стоит заплатить. Все, по динамикам, по комплектующим мы разобрались. Дальше. Это я буду предлагать из Урала. А что еще? Сетки. В наличии сетки, вот такие соты. Можете соты, можете пластик брать. 500 и 700 пара. Кто-то хочет сетки, кто-то нет. Тут уже 1200 за комплект. Придется отдать, если хотите, чтобы было эстетически красиво, и динамики были закрыты. При покупке динамиков у нас саморезы, именно кто сетками покупает, саморезы под шестигранник мы дарим. При отправке, без разницы, с какого вы города, вся Россия, ребята, имейте в виду, сеточки берете к тем динамикам, саморезики будут в подарок. Просто к динамикам не будет, к сеткам будут, потому что к динамикам они бесполезны. И к рупорам, к любым рупорам мы саморезы под шестигранник дарим, обязательно. И у нас из недорогого сегмента вот эти хиточки. Это Edge 6B E6 моделечка. Она открывается по-другому. Также они стоят 1600 пара. Распаковывать, ну, не так удобно, но не суть. Нормально. Тут есть, кстати, зато руководство по эксплуатации. Наклейки нет, но руководство есть. То есть в Урале есть наклейка, нет руководства. Вот такая модель. 6B мы ее называем. Классный динамик, много продали. При правильной эксплуатации нареканий нет. Так же, в принципе, как по Уралу. То есть главное не переборщить мощность, правильно порезать диапазон частот, и будет просто кайф. Все, то есть 1600, если хотите другой бренд, например, то есть можно Урал, а можно и Edge взять, тоже будет классно. На параметры я сейчас не смотрю, на мощность и так далее, потому что, ну, они во многих случаях завышены, поэтому, ну, вот моделька такая, восьмерика. Открывать не буду, 8B, 2500 пара. Также к ним сетки, возможно, надо купить сетки, и будет очень здорово, классно. С Эджом разобрались, теперь я вам покажу два усилка, которые стоит рассмотреть на эти комплекты. Это Урал BV4/70. Друзья, этот хиток, который, мне кажется, не нуждается в представлении, сколько у нас продано в магазине, а вообще по всей России, это просто охренеть. Скажу вам так, ни одного гарантийного случая, друзья, ни одного нарекания. Вот сколько уже продаем их, за 4000 рублей, это просто сумасшедший усилитель, вообще по многим параметрам. Он у нас уже был в видео, но я вам повторюсь, потому что стоит сделать акцент. За эти деньги, то есть, я думаю, его цена даже 5000 рублей, если он бы стоил, его бы, блин, разбирали ништяк. Но Урал вот такую ценовую политику сделал, это супер круто. Такая большая инструкция, гарантийный талон, очень много информации. Важно посмотреть, почитать. Все фильтры тут указаны, что, куда и как идет. И по параметрам 4/70, 4 Ома, 4/120 в 2 Ома. При нагрузке. И в мосту он 2/200, то есть один канал 200, и два канала можно на динамике использовать. Можно маленький сабик подключить, попробовать. Такой вот офигенный усилок, друзья, на любой фронт. Мы вот сейчас комплекты собираем, его используем на любой фронт. Неважно, какого номинала динамики. Классное питание подайте, и будет супер. Вот такой вот наклейка. Давайте посмотрим. Он недолго распаковывается, поэтому распаковать его стоит. Это хит. Это хит. За эти деньги ничего интереснее я пока, честно вам скажу, не видел, даже по нескольким причинам. Есть усилки у Момо еще такие же, но там под вилку все, то есть все старое. Смотрите, здесь как терминалы под кабель, вот просто под кабель, сюда суешь с вилочками, все, не надо никаких вилок использовать, просто можно кабель там КГХ или какой-то акустический силовой кабель засунуть. Дальше рядное расположение, друзья, удобно, не вот такое, где сверху и снизу, а в ряд. Первый канал, второй динамик, первый, второй, третий, четвертый. Все грамотно подключили. Здесь шестигранник, он идет под углом. Шестигранник. Все, огонь. Фильтры. Друзья, помимо этого, с этого усилка можно пустить межблок еще на другой усилитель, например, на SAP, если у вас мало пар линейных выходов в магнитоле. Также здесь фильтра включаемые, то есть высоких и низких частот одновременно. То есть мы можем динамик, например, возьмем булаву Neo, порезать его фильтром примерно от там, 125-200 и до определенной границы там, до 5000, чтобы дальше уже работала пищалка. Настроить под как бы свое удовольствие сцену. Это вообще класс. Вот булава 4/70, супер варик, вот 100% вообще. Еще покажу вам моделечку линейки Edge. Здесь у меня 4/200, так как 4/100 в пути, но я подразумеваю усилок 4/100. Он стоит 5900. За эти денежки это шикарный усилитель. У него также, смотрите, разъемы под кабель. Все, без всяких вилок, все четко, классно сделано.
такой вот грамотный усилитель. Это английский бренд, качественный. Тюльпаны, входы, все фильтра, также все включается. Единственное еще различие от булавы, тут есть высокоуровневый вход. Если у вас нет тюльпанов в магнитоле или в экштатной магнитоле, например, на приору, ну не знаю, не все знают, что есть разъем, но вы подключаете, не хочется менять, пожалуйста, взяли усилок Edge 4/100 и подключили его просто от акустических проводов. То есть нам не нужны, в принципе, межблоки, то есть на межблоках мы также экономим. Дальше, сейчас мы все запишем. У нас такие ручки супер пишущие. Дальше, что нам еще нужно с вами? Это подиумы, друзья. Я здесь приготовил разные. Смотрите, вот подиумы на приору. Сейчас делаем 2-20 рупор, 20-16 рупор. Можно сделать 16 рупор и так далее. По стоимости от 1600 до 2700. От двух полоски до трех полоски, пожалуйста. Подиумы Гранта. Такой вариант. Накладные. Все прикрепляется грамотно. Подиумы Калина, пожалуйста. Четырка, десятка, то есть они маленько по-разному выглядят, но вот такой вариант. Тоже подиум их трехполоска, 16-20 рупор. Пара, вот стандарт 2700 мы рассмотрим. То есть мы посчитаем сейчас не самый минимальный комплект, но он будет недорогой. И там уже вы можете маневрировать, выбирать уже компоненты в зависимости от вашего кошелька. Что нам еще надо? Комплект проводов. Здесь я приготовил Урал БВ булава. Двухканальный комплект, один межблок двухканальный, колба с предохранителем в комплекте, один межблок, 10 метров акустического кабеля, 5 метров плюса силового, метр на массу минуса. Все чечки, все в комплекте. Вот смотрите, смотрим. Силовой кабель 5 метров, он фиолетовый. 4-гетчевый кабель 1,2 метра, так, миллиметров сечений, 1 метр. Тут вот непонятно, кстати. Или 2 метра. Ну, то есть, короче, непонятно, но обычно 1 метр кладут в комплект. А, подождите, сечением это 5 метров такого, и 1 метр серый, это 4 га, то есть на массу. Акустический кабель 10 метров, 2 на 4 даже, то есть 12 га, он тут смесь, алюминий, медь, но все равно это клево. Межблочный кабель Урал Булава 5М, он стоит отдельно и тут есть в комплекте. Прямые угловые разъемы, то есть угловые в магнитолу, прямые в усилитель. Держатель компрессионный, это колба. Управляющий кабель тут есть, ремоут, друзья. Клемма кольцевая для силового сечения, 2 штуки. U-образная, если усилки U-образные, входы тоже есть. U-образная, для акустического кабеля 5 штук. Защитная резиновая втулка в салон автомобиля, изоляционный наконечник. Друзья, ну это просто пушка. Он стоит в районе 2000 рублей комплект, но тут есть все. Для того, чтобы подключить только один компонент. Еще нам нужно будет докупить акустический кабель, допустим, для 20-го динамика и для рупора немного, там, ну, метров 10, рублей по 80, по 60. Добавим. И возьмем вот такие игрики. Игрики 150 штук, есть 200 штук, 400 штук, разные. Отличаются качеством наконечников и контактом. Реально, если плохие совсем межблоки, может быть плохой контакт, запаритесь в багажник лазить, смотреть. Но если грамотно закрепить, дешевые игрики тоже подойдут. Чтобы из двухканальника получить 4 канала и воткнуть его в 4-канальный усилитель. В принципе, вроде это все. Сейчас что я сделаю? Сейчас я схожу за калькулятором. Пока. Друзья, погнали. Взял листок, давайте калькулировать. Для чего? Смотрите, комплект недорогой. Что мы берем? Мы подразумеваем, что у вас есть магнитола хотя бы с одной парой линейных выходов. Не будем о ней делать акцент. Погнали. 16-й динамик 1590. Рупор 1590. Усилок 4000 рублей. Комплект проводов 2000 рублей плюс 2 Y 300 рублей. И в принципе можно даже рупора от магнитолы подключить, там кабеля хватит, еще 150 рублей. И подиум 1600 рублей. Все, это минимальный комплект, в принципе, на любой наш советский автомобиль, отечественный, который позволит нам. Друзья, 11 230 рублей. 11 230 можно собрать недорогой, громкий, классный фронт с нормальным кабелем. То есть мы не берем комплект восьмерку. Кстати, вот еще я здесь показал комплект SWAT T4, тоже классный комплект, провод хорошего качества, много их ставим. Он тоже будет офигенный. Можно еще уменьшить, взять 8-гейчевый кабель. Ну, это же совсем будет. По питанию должно хватить, но еще будет дешевле. То есть в районе 11 тысяч рублей. Дальше добавляем, например, 20-й динамик. 2-300. Немного добавится цена на подиум, 1100. Ну и провода, там, допустим, рублей 600. То есть 15-230. То есть 11-230, 15-230, это вместе уже с подиумами. Если есть подиумы, мы стоимость их отнимаем.
То есть, друзья, вот что в этом видео, ну и булава Neo, там уже подороже, там 6300 динамики, 4 усилок, 10300, проводка, ну в районе 16-17 тысяч рублей. То есть от 11230 до 17 тысяч можно собрать любой офигительный комплект. Смотрите, мы добавим комплекты на сайт. Вот, в этом видео уже будут ссылки на эти комплекты, на недорогие, которые есть у нас на сайте. Можете заказывать. Заказывать, приезжать, покупать. То есть по всей России без проблем все отправим. Единственное, у нас до Нового года сейчас идет лотерея. Мы выдаем билетики при покупке от 1500 рублей. И заходите в нашу группу ВКонтакте, смотрите на главной странице. Есть возможность выиграть еще сабовое звено или еще фронтуху, например. Вот, поэтому комплекты добавим, делайте заказы, смотрите наши видосики, друзья. Я вам желаю отличного настроения, отличной осени, всего самого кайфового. И чуть не забыл. Смотрите, одел одежду специально Урал, заказали много расходки Урала, на сайте ее много у нас в наличии. И ценник приемлемый. 690 футболка, есть уральский мишка, ТТ ультиматум. Блин, ну недорогая цена, футболка хорошего качества. За 690, в принципе, можно купить, например, в каком-то дешевом магазине кроп, там еще что-то, ну футболки там тоже есть. Но можно взять брендовую. Будет то же самое качество, но классный, прикольный бренд. Кепки 600 рублей. Смотрите, кепка уральский мишка, есть патриот, ультиматум. Кепки классные. Мы вот такие делали автокаста, таким же, ну, такого же качества. Они выходили подороже, но раз делают, наверное, большими объемами, выходит дешевле. Есть очки Урал, есть у нас на сайте. Такие вот браслетики по 200 рублей, там, по 250 рублей. Вот эти вообще браслетики прикольные, то есть я помог детям вместе с Урал. То есть Урал, видимо, именно с продажи этих браслетиков, а я их просто покупаю, дает деньги в детские дома или, то есть, ну, на помощь детям. Это тоже офигительно классно. Вот так что, ребят, ссылки все в описании. Добавляйтесь на наш канал, мы будем делать только интересные, лучшие видосики. Мы их делаем юморные обязательно. Ну и будем давать вам много полезной и интересной информации. Ну и, соответственно, все заказы делайте на сайт, пишите в группу ВКонтакте. Сейчас начинаем добавлять в Инстаграм информацию. Так что все, всем успехов вам, уральскую пятерочку, от Мурманска до Калининграда. Так, Калининград, через Москву, через Уфу, через Казань, Новосибирск и до Южно-Сахалинска. Всем вам огромную пятерочку, друзья. До встречи в автокасте. Пока-пока-пока.